Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу с вами поделиться новой посылочкой с сайта iHerb. Мои любимые средства, которые я заказываю уже не первый раз, ну и будет парочка новинок. Многие средства я очень советую вам попробовать. Поехали! И первое, с чего я хотела бы начать, это вот такое вот масло чайного дерева США. Hope Natural, вот такая вот бутылочка. А здесь целых 60 мл, ну вот написано 59 мл, это много. Это натуральный антисептик, что, собственно, здесь, как вы видите, прямо на коробочке написано Natural Antiseptic. Каким образом я его использую? Буквально от 3 до 5 капелек в любые уходовые средства. Это могут быть кремы, маски, это могут быть шампуни, если у вас зуд. Например, кожа головы прекрасно избавляет от зуда. Добавить в гель для душа. Ну, в общем, очень универсальное средство. Замечательно избавляет от прыщей. Если вы обмакнете ватную палочку в это масло и просто точечно нанесете на зону воспаления, очень хорошо подсушивает прыщики. Очень вам рекомендую. И уже не первый раз его приобретаю. Очень хорошее средство. Поэтому в этом видео будет много рекомендаций. То, как раз, что вы и просили у меня. Свое уходовое средство и не только. И много вкусняшек также. И я покупаю именно на iHerb. Я знаю, что вам посоветовать. Конкретно вот это средство я очень вам советую попробовать, особенно у людей, у которых проблема на коже, в том числе на всем теле даже есть проблемы на коже. Очень хорошая, удобная вещь. Так, и следующее замечательное средство, которое я сказала уже второй раз тоже, это коэнзим Q10 в виде серума. В летний период нежелательно использовать кислоты, потому что они увеличивают риск появления пигментных пятен, веснушек, что нам с вами, девочкам, совсем нежелательно, да? Поэтому я приобретаю вот такие вот средства, как витамин С и коэнзим Q10, естественные натуральные антиоксиданты, которые прекрасно работают на будущее. Обязательно оставляю вам все ссылочки на конкретный данный продукт. Если он вам понравится, вы без труда сможете найти его на iHerb. Оставляю вам свою личную скидку. Скидка постоянная, 5%, пожалуйста, используйте. Оставляю вам информацию в описании к этому ролику. Now Solutions. На iHerb очень удобно выделены бренды отдельными линейками, поэтому по бренду, я думаю, вы быстренько сориентируетесь. Парочку к этому средству я приобретаю вот такой вот коэнзим Q10 Фурния Gold Nutrition. Q10 100 мг, помогает нашему организму бороться со свободными радикалами и работает на нашу молодость. Упакованный в прозрачную вот такую вот пленочку без коробки. Я уже сейчас открыла и одну штучку выпила. Вот такие вот капсулки, очень удобные. Желудок на них никак предательски не реагирует, то есть я прекрасно себя чувствую после того, как их употребляю. И еще, когда исчезнет солнышко осенью и будет уже нехваточка витамина D3, вот такие вот этой же самой компании, California Gold Nutrition, приобретаю вот такие вот витаминки D3. Тоже не первый раз их заказываю, очень вам советую. Вместо того, чтобы глотать невкусный рыбий жир ложками, приобрести вот такие вот хорошие качественные витамины, на них всегда бывают скидки, у них всегда бывают акции, поэтому можно очень и очень выгодно приобрести их на этом сайте, гораздо дешевле, чем у нас в аптеках продаются американские витамины. Это моя любимейшая, обожаемая мной сыворотка, это ампула, да, то есть это наиболее концентрированная сыворотка, ампула называется, Мизон, корейский производитель. Много средств вам показывала от этого производителя, эту сыворотку конкретно обожаю, люблю, заказываю уже не первый раз. Давайте распакуем, кстати, посмотрим, видите, она заклеена вся. Но это огромный процент содержания улиточной слизи. Замечательное средство, к тому же здесь еще есть уходовые средства, отбеливающие компоненты, растительные, ну то есть тут просто богатство, богатство маленькой бутылочки. Здесь 30 мл, вы будете удивлены, но хватает мне этих 30 мл месяца на два, да. То есть выглядит она вот так. А, конечно, ребята, моментально впитывается. И она дает такое потрясающее чувство увлажнения. Открывается крышечкой кремом, либо SPF, если вы днем, да, выходите, либо хотя бы тональным кремом. Ну, то есть просто многие думают, что если у них есть чувство увлажненности, то вот такие вот сыворотки можно наносить без крема. Нет, это дополнительное. Как бы уход очень такой...
насыщенной. Что она делает? Она реально подтягивает кожу, она ее осветляет, она убирает пигментные пятна. Тусклый цвет лица, у кого такие вот прям проблемы, да, явные видны, серые какие-то круги под глазами, и ее можно наносить и под глаза, и на зону декольте, и везде, где вы только хотите. Я просто счастлива, что она опять у меня есть. Итак, что я сейчас заказала? У меня есть целый ролик о косметике Elf. Американский производитель, очень бюджетно, супер бюджетно и, кстати, очень качественно. Вы можете посмотреть, оставлю вам ссылочку на свое видео с обзором о косметике Elf, где практически весь макияж выполнен этими средствами. Что вот это такое? У них вышла такая новиночка забавная, Hydrating Under Eye Primer. То есть это увлажняющий праймер под глаза. Ну, в принципе, как у многих женщин, достигших уже уровня 30-летия, начинается эта проблема. То есть кожа истончается, жировая прослойка совсем исчезает и становится очень прозрачная кожа и требует дополнительного увлажнения. И я сейчас хочу пробовать это средство под макияж, вместо, может быть, даже своего увлажняющего крема, для того, чтобы в течение дня не испытывать дискомфорт. Давайте попробуем. Она новенькая, поэтому может быть задумчиво немножко. Ох, какой красивый цвет, мне нравится. Она такая нежненькая. Я думаю, это то, что мне надо. Очень гладкая кожа становится и как будто такая пленочка, которая будет защищать от пересыхания. Обязательно в следующем макияже ее попробую, расскажу вам, как она работает под глазами, по ощущениям на руке. Отлично. В этой косметике нет ароматов, обратите на это внимание. И заказала две сывороточки, о которых очень много слышала. Одна из них более жидкая, вторая более должна быть густая, более концентрированная. Более жидкая кладется сначала и более густая потом, для того, чтобы жидкая затягивала за собой густую. И, соответственно, кожа будет лучше их поглощать. Давайте откроем, посмотрим. Snail Bee High Content Skin. Производитель Benton. Корейская компания, в чем я всегда уверена на Herb, что это оригиналы. То есть это то, что меня, в общем-то, очень подкупает на этом сайте. Это концентрат и это, соответственно, скин, лосьон, эссенция и такой лосьон густой с муцином улитки и одновременно, то, что бывает нечасто, с пчелиным ядом. Как вы знаете, прекрасно тонизирует и отбеливает кожу. Использую их в летний период, когда не разрешены кислоты. Буду к ним приступать, когда закончится та сыворотка, которой пользуюсь сейчас. Очень хорошее средство для отбеливания, подтяжки, тонизации и выравнивания цвета кожи. Такой подраздел, как пробники, то есть попробуйте по смешной цене, там 5 до 50 рублей многие стоят. Вот такой вот кремчик, в принципе, здесь его, да не пробный, это даже и вариант, я не могу сказать, что пробный. Это крем для супер-супер сухой кожи. Почему я решила взять его, по-моему, за 50 рублей, что ли? Ну, то есть, конечно, он не стоит таких денег, 50 рублей, конечно, он стоит совсем других денег, но вот такая акция у них, поэтому очень советую вам заглядывать в этот раздел. Он, видите, такой очень и очень густой. Аромат чуть-чуть напоминает мне звездочку, потому что здесь огромное количество масел. Замерзает и под действием тепла она плавится. Dry and Cracked Skin Balm. F-Care. Обязательно оставляю вам все названия на все тело. Начиная от губ потрескавшихся до пяток. То есть это вот такой спасатель, да, в нашем варианте есть крем-спасатель, но этот крем гораздо больше насыщен именно натуральными веществами, не химикатами, которые добавлены спасатели, да, а вот именно натуральными веществами, которые будут просто беречь вашу кожу от трескивания и засухи. Кстати, он создает такой немножечко холодок на коже. Вот сейчас я его попробовала чуть-чуть, то есть он еще и охлаждает. Ну, буду пробовать. Что я еще приобрела? Вот такой замечательный наборчик. Он был по сниженной цене, по подарочной. Также был в разделе тестеров, то есть попробуйте. Эко Tools кисточки. Это очень популярная фирма, которая делает замечательные кисти. Я показывала вам уже свои кисточки Эко Tools, которыми я довольно давно и успешно пользуюсь, ну, примерно в течение года. И вот с ними, видите, ничего не происходит, они чудесно моются. Вот Эко Tools, видите? И сейчас я решила заказать полностью весь наборчик. Ну, в общем, что тут есть? Давайте посмотрим. Такой приятной коробочке. Ой, тут такой хороший бантик. Ну вот, теперь они у нас уже открыты с вами.
чего вот эта кисточка? Ей можно наносить тональное средство, а также можно делать, как вы понимаете, хороший контуринг. Вот она такая плотно очень набитая, очень мягкая, из них не лезут никакие волоски, они чудесно промываются. И, кстати, внутрь не собирается много средства, это очень здорово, то есть они не сжирают ваши средства. Так, следующая кисточка. Ну, кто куда придумает наносить этой кисточкой средство, я думаю, что она замечательно подойдет под глазки, также подойдет для контурирования и для растушевочки. Очень мягкие, просто безумно мягкие, они не травмируют кожу, что мне прям очень нравится. А вот эта кисточка, набирать тени. Да, то есть похоже вот на эту, видите, но здесь совсем прям была маленькая, и мне захотелось такой вот более, я бы так сказала, объемную кисточку. Ой, такая мягкая, так приятно. Так, это вот такая супер пушистая, супер мягкая кисточка для румян и для пудры. Что это ворс искусственный, конечно, он слишком правильный и красивый для настоящего. Очень красивая вот эта вот часть металлическая, кстати, смотрите, как красиво оформлена, такая модненькая, в модных оттеночках, это деревянная ручечка. Кисточка очень была нужна, поскольку у меня кисточек больших не было, хотелось разносить пудру быстрым таким движением, сразу на весь носик, сразу на весь лоб, то есть вот для зоны Т вполне вот такая вот очень удобная кисточка, у меня была какая-то очень жесткая, от Max Factor я просто ее выбрасываю, сейчас я не могу уже ей пользоваться, она травмирует кожу, а эти очень-очень мягкие, очень вам советую попробовать. Ну и у нас с вами остались вкусняшки, это прекрасные приправы, которые я уже пробовала, и мне они очень нравятся, здесь смесь овощей, чесночок, перчик, помидорчик, ну в общем такая вот прям вот сухая такая смесь, а нужно ее очень немного, совершенно не похоже на те приправы, которые продаются у нас в России, которой нужно целую столовую ложку, чтобы почувствовать какой-то вкус. Здесь вкус очень яркий, его нужно совсем чуть-чуть. Этой приправы нужно буквально чуть-чуть. Вот так они очень хорошо все упакованы. Таким образом, я всегда уверена, что в них никто ничего не добавил, не залил и не отсыпал. Что это за приправа? Это замечательный для всех бобовых. Делаю с ним лобио. И добавляю чуть-чуть в хумус, да, обязательно покажу вам, как я это делаю. Боб Ред Милл, вот такая вот красота, такой дяденька тут такой веселый. Видимо, это сам Боб. Нужно, но буквально-буквально чуть-чуть. Здесь всегда есть cooking instructions, то есть здесь способы приготовления, даже блюд есть. Pepper, базилик, celery seed, cumin seed, орегано, black pepper, то есть черный перец, savory соль. Карлик Onion. Ну, в общем, полностью содержание на сайте есть, указано. Мне очень нравятся эти приправы, они очень долго играющие. Когда я приобретаю такой пакетик, я понимаю, что фактически на полгода я обеспечена с хорошими приправками натуральными, без добавления глютамата натрия. Вот в финале такой фактически подарок, тоже за какие-то там небольшие совсем денежки, такой пробничек Whey Protein, 20 грамм. Взяла на попробовать, мы любим белковые коктейльчики, иногда беру их с собой в фитнес-клуб, ну и там пью, когда просто хочется кушать, либо в молочке, либо в соке, либо просто в водичке вкусной. Вот это конкретно ванильный, кто не может, как я, есть много-много мяса, но просто в меня не влезает никак мясо. Пытаюсь себя фактически уговорить, заставить, но больше мне нравятся вот такие вот коктейльчики. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, видео будет для вас полезным. И с помощью скидки, которую я оставляю вам в описании, вы также сэкономите. Благодарю вас, желаю вам удачи и обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Пока!